Снова елка в каждом доме и гирлянды на окне. То ли праздник, то ли кома этих новогодних дней, этих снова буйных дней, где залитые соседи и побитые друзья. Это верные приметы наступления января. Где твои супруги, папа, к нам на праздник так спешил, но свои подарки выпил, а твоими закусил. Ну и выбился из сил. А еще был путь опасный, на балкон захал отцом. Прошлогодняя заначка в бочке с квашеной капустой, а затем ты в чем-то вкусном полчаса лежал лицом. Как простил твою беспечность незнакомый человек, поврежденную конечность и внезапный фейерверк, тот китайский фейерверк. Как фатальным стал сюрпризом лишний твой аперитив, как потом своим стриптизом рвал ты весь корпоратив. Незнакомый коллектив, где бухгалтер Валентина, прислонив тебя к стене, все шептала о тяжелой жидкой доле разведенки, и о ней напомнит оттиск батареи на спине. Ты проснешься ранним утром, обнимая ковролин, словно в позе камасутры, голый, но, увы, один, вроде цел и невредим. И таблетка аспирина ты попасть не сможешь в рот, а по утренней квартире тишину шагами меря, издавая жуткий грохот, по ковру проходит кот. И потом еще неделю ты не сможешь есть и пить, но коль праздник одолели, значит, братцы, будем жить, значит, точно будем жить. Эй!